Перископ, майки, .org, заходи на страницу. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи, тут ссылка в описании, это лучший магазин, бау. До Серіоплазу. На Рушайна, типу. В сторону Рушайна поки що діємо. Далі помаю. Всім привіт. Чо, як у вас діло? Мы в Киеве. Вот где. Там типы лопают. Мне кажется, ты его сделаешь. Наконец-то мы в Киеве. Все вместе, причем все вместе. Ура, ребят. Вот кто там спрашивал, где он, и разъебывали меня. Вот он, смотрите на. Вот он, я. Вот он. Такие дела. Газ. Киеве. Кто еще не успел послушать наш новый трек, слушайте. Еще не знаю, ко мне привязались какие-то люди, вообще не знаю, кто. Вот я иду по городу, идут какие-то, блядь, непонятные, пиздец. Никого не знаю. Ходят тут всякие просто за мной. Пытаюсь от них, короче, отвязаться, но все не так. Ходят за мной уже, блядь, 10. Что там 25 мая в стерео в Киеве, кто-то врывается? Есть тут кто-то, кто врывается? Братан, смотри, ты попал в прямую трансляцию. Привет всем! А ну, сфоткай нас, как он фоткает, смотри. Чувак, ты еще и встанешь. Тихо. Ярик, ты заебал. Бачок ты. Текаем вот. Подожди. Смотри. Ой. Ты уже собрал за собой поезд. Кто это? Я думал, меня никто не знает в Киеве, оказывается, люди меня знают. Ничего себе, ребята, прикиньте, чувствую себя, как будто я какой-то рэпер, отвечаю. Узнают. Отвечаю. Короче, вы одни смайлики какие-то пишете.
Мне интересно. Я думал, сейчас что-то напишу. Интересно. Что? Фото можно? Давай, братан, подержи. Давай, дать сейчас. Фото, пожалуйста. Огром. Вот такие гостеприимные, поздравляю. О, жувелир, жувелир. Ого! Профессия звездный фотограф. Фотка 300 рублей. Это фотка за то. Ну конечно, братик, что ты думал? Я, блядь, всю жизнь фотографирую. Спасибо вам большое. Давайте. Ну давайте групповое фото сделайте, девочки, мы спешим очень. О. Уже тазики подставляй, называется. Бачок вже потік, Ярик, пізда. Оса! Що ти хотів, братик? Нічого, що ви не гіри? Солью інформацію, де знаходиться Тіфет. За три підписчика. Братан, слышишь, тут меня запарнули сейчас. Хотели у меня шаурму купить. Я вовремя спетлял, братик. Бля, прикинь, тебя не слышно, нихуя, тут музыка играет. Натуре? О, так слышно, когда я к уху прикладываю, когда ты говоришь. Давай. Ну давай, я буду просто молчать. Давай с сестрой, давай. Да я ничего не вижу, пацаны. Подожди, да я тоже с ней сфоткаюсь. брат. Ёбана жизнь. Спасибо вам. Скажи, как они фоткаются, а на концерт пусть идут. Пиздец. Ты понял, я хожу, всех на концерт приглашаю тут. Правильно, ну надо с промоутерством заниматься. Братан, я тоже так делаю, все нормально. Я хожу и говорю, приходите на концерт, ребята. Они говорят, да нет, там чисто фотки. Я вообще бесплатные концерты делаю, чтобы люди приходили. Базара нет. Йоу, шо та от Саня хвосту? Там видно типов? Да, видно. А шо там Ричи? Where's my dog at? What your dogs? That's my chill, like, what's up? А так а шо, я так и не понял. Вы, короче, отъехали, и мы сейчас с вами сдыбаемся, да? Да три, вы сейчас нахуй, ну, делаете свои петли, и мы находимся. А то, бля, понаехали тут бабуины, нахуй. Посмотри, какой кубок, ёбашись, посмотри, какой кубок, брат. ТВ, блядь. А ну, открой, да. ТВ, нахуй, який кубок, блядь. ТВ, блядь. Дядько, він шо, світиться, ТВ, чи шо? Блядь. Він шо, світиться? Шо ти кажеш? Я тобі говорю. Пиздець. Он еще и светится, базара нет. Братан, нас с тобой почти 135 тысяч. А что, ты себе люка маешь? Ты себе там люка маешь, чи шо? Старый, у меня тут панорамный как люк? Не люк. Как же крыша? Крыша, как будет крыша на украинском? Дах. А, у меня панорамный дах, понял? Панорамный дах. Я ты там слышишь, ты там это, с камеры не свет, на него сейчас малолетки выйдут, которых он кинул, понял? Бля. Ну что, братик, слышишь, я задам тебе один вопрос, брат. Братан, у меня есть тебе один вопрос. Я не хочу тебя полезку себя. Братик, есть один вопрос тебе. Ко мне? Да. А ну? А тебе нравится в Киеве? Фрик! У вас тут круть! А вам нравится в Киеве, понял? Как относишься к Киевстонеру?
Что? Это тоже. Как относишься к киевстонеру? Надо говорить как-то, понял, блядь? Бля, втыкают, а тупо очереди не меньше. Слышишь? Это у меня как-то подруга спрашивает, слышишь? У меня подруга спрашивает, Крым это что? Я говорю, Крым это полуостров. Скажи, Альберто, что хуй наших наебешь? Наших не наебешь, не вспомнят. Слышишь, ты свои руны черновицкие спрячь, блядь. Там что-то, да, там что-то уже базары пошли в штангу, понял? А что ты завис так жестко? Сильно завис? Мне позвонили, сейчас развисну. А, нихуя. А. Так что, братан, а когда у тебя концерт, слышишь? 25 травня. Натуре? А где пройдет? Теро. Тероплаз? Так, запрошую усі. Да, братан, а проведешь по спискам, пиздец, не впало, проведешь по спискам? Ну, братан, не знаю по поводу списков, ну и так, скидончик 10% может сделаю. Греб, дядя, попросил. Не хочу. Не хочу. Я только у казахов. Ай, такие. Знаешь, в играх есть танки, короче, они первыми тулят, типа, агрят на себя народ. Вот ты сейчас тупо танкуешься толпом, блядь. Да. Первым тулят. Эй, ты только пропал, что, Альберт, пиздец. Вообще, завис, вообще тут... пропал? Не, брат... ты прям жестко в таких пикселях завис у матовых. Братан, ну это, наверное, что мне пора уебывать, понял? Ну хорошо, мы, короче, да. Тоже возле тачки, давай туда намаячимся чуть позже. Давай, обнял. Закончите дела, давай, отошел. Давай.